В 2016 году нам передали здание в городе Азнакаево, где мы открыли бюро, еще одно наше бюро, которое обслуживает жителей Азнакаевского района, Бавлинского и Утазинского района. Здание здесь полностью адаптировано для граждан, созданы все условия, и оно полностью отвечает требованиям программы «Доступная среда». В этом году у нас тоже продолжается работа. Нам исполком города Буинского выделено тоже здание площадью 300 квадратных метров, где мы тоже сейчас вот идет работа по проектированию, и мы надеемся, что к концу года тоже проведем ремонт, где создадим все условия, чтобы было доступно для всех граждан, маломобильных групп населения, и где будут созданы условия для того, чтобы услуга по медико-социальной экспертизе была оказана полностью и в полном объеме в соответствии с требованиями, которые нам представляются. Такая же работа у нас сейчас идет вот в городе Чистополе, здание, которое у нас находилось, она когда-то, здание, соответствует всем требованиям, которые будут приведены в ремонт. Это было уже далеко от 2006-2007 году. И сейчас оно уже полностью не отвечает. Сейчас мы тоже там проводим ремонт, где создадим все условия для оказания услуги качественным гражданам, которые туда будут приходить, где будут созданы все условия доступности, включая санузлы для всех групп населения.